В следующем году мир может столкнуться с серьезными экономическими проблемами в Казахстане. К ним начали готовиться заблаговременно. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации в нашей стране, Нурсултан Назарбаев уже озвучил программу действий. План инфраструктурного развития страны, по мнению турецких экспертов, поможет национальной экономике преодолеть эти трудности. Нынешнее послание президента народу Казахстана уже второе за год, но оно имеет важное политическое и социальное значение. По мнению экономиста Бурак Ардан, Нурсултан Назарбаев верно оценивает масштабы надвигающегося глобального кризиса и, что не менее важно, вовремя предложил программу «Нурлы жол». Она должна помочь стране безболезненно пережить последствия кризиса. Предложенные Нурсултаном Назарбаевым решения, направленные на развитие национальной экономики, показались не очень привлекательными и интересными. Выделение 100 миллиардов тенге на малый и средний бизнес позволит открыть производство и создать новые рабочие места. Поддержать и дать стимул предпринимателям в это тяжелое время – очень верное решение. Согласен со своим коллегой и зампредседателя Общества стратегических исследований Евразия Умер Оская. Он отмечает, что Казахстан за эти годы сумел накопить огромный опыт. Высокую оценку получила и программа «Дорожная карта», спасшая страну от массовой безработицы, когда финансовый кризис 2008 года нанес большой урон всей мировой экономике. Президент в послании дал конкретные задания правительству. Развитие транспорта, энергетики, социальной сферы и других инфраструктур стали основными направлениями государственной программы. Я считаю, что у Казахстана достаточно квалификации и опыта, чтобы выполнить эти задачи. И глубоко верю в то, что эти планы будут выполнены. Послание президента Казахстана и предстоящая выставка «Экспо-2017» стали основными темами для обсуждения на встрече посла Казахстана в Турции Жансейита Туймебаева с губернатором Анкары Мехметом Кылычлар. Как отметил турецкий градоначальник, послание президента Казахстана включает в себя важнейшие идеи, которые будут способствовать преодолению глобальных проблем. Данияр Рамазанов, Ержан Жанусамат Сулей, Турция.